Ульяновской области ввели особый противопожарный режим. Он продлится с 17 апреля по 31 мая. Также с 15 апреля в лесах региона объявлен пожароопасный сезон. О подготовке населенных пунктов говорили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вроде как пожароопасный период не начался, а у нас группы из МЧС уезжают на тушение, так скажем, пожаров из низких пожаров, соответственно, загорание травы очень-очень часто. Сотрудники регионального отделения МЧС присвоили третий класс пожарной опасности. Только на прошлой неделе было зафиксировано больше 150 пожаров, связанных с горением мусора и сухой травы. Причина возникновения пожаров банальна и проста – поджог. Причем поджигают, по словам участников заседания, сами жители. Поджигатели считают, что сжигая сухую прошлогоднюю траву, на земле уничтожаются вредные вещества и быстрее растет новая трава. Экологи считают иначе. Это абсолютно все неверно. Сухая трава при сжигании новая растет даже чуть позже, чем если бы она росла в иных условиях, без вот этих так называемых сельхозпалов. Но, тем не менее, мы не везде успеваем достучаться до каждого жителя. В зоне, подверженной лесным пожарам, расположено 92 населенных пункта. Для тушения пожаров подготовлено 600 единиц техники по всей области. По словам председателя правительства, в каждом населенном пункте назначат ответственных за пожарную безопасность, а также утвердят планы мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций. В кратчайшие сроки отремонтируют неработающие пожарные гидранты, водонапорные башни и пожарные пирсы. Усилится и работа по информированию населения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.